Два больших пива, да поживей. А? Как-то покультурнее нельзя? И тогда смотрю, а он раз и залпом выхлебал половину бочки. Геральт, сюда! А, беловолосый, уж ты-то должен знать толк в выпивке. Спасибо, в другой раз. Да не боись ты! Чу, пойдем, угощаю! Выебываешься? Разумеется. А ты бы не выпендривался? Обожаю играть со временем. И добавлять его в пряники. Я вижу, ты слушал. Действительно, я неравнодушен ко времени. Когда у тебя есть над ним власть, ты можешь делать много интересных вещей. Например, подбрасывать всякую гадость в суп людям, которые тебе не нравятся. Кто ты на самом деле? Гюнтер Удим, прозванный... Я не об этом спрашиваю. Видимо, ты желаешь знать, чем я занимаюсь. Я даю людям то, что они просят. Можно сказать, что я исполняю желания. Это было бы сущим благородством, если бы ты не требовал всегда чего-нибудь взамен. Законы рынка. Ведь не я же выдумал пословицу, что ничего не бывает даром. Ты не человек, это ясно. Так кто ты такой? Демон, джин? Ты в самом деле хочешь знать? Да. Нет, Геральт, не хочешь. Лишь один раз я прощу тебя. И не выполню твоего желания. Те, кто узнал мое истинное имя, либо уже мертвы, либо судьба их была гораздо хуже. А ты мне еще нужен. Ты правда можешь управлять временем? Или это какой-то фокус? А какая разница? Большая. Скажем так. Время всегда меня очаровывало, поэтому я научился им пользоваться. А почему именно время? Геральт, есть три измерения – длина, ширина и высота. И четвертое – время. Ты на моем месте полюбил бы широту? Ну вот видишь. Чем обязан твоему присутствию? Я хотел тебя поблагодарить. Ты замечательно справился с заданиями Ольгерда. Твой долг почти выплачен. Я должен был выполнить три его желания и сделал это. Сними с меня этот знак. Мы в расчете. Почти. Чтобы выполнить все условия договора, осталось сделать одну вещь. Привести Ольгерда к старому святилищу Лильвани. Об этом речи не было. Разумеется, было. Ты ведь знаешь, что в любом договоре есть своя уловка. Приписка мелким шрифтом, которая, однако, является полноценной частью контракта. Это также касается устных договоренностей. Вспомни, я сказал, цитирую, «И все же я верю, что все кончится хорошо, а после мы все встретимся и поблагодарим друг друга за то, что пережили вместе». Конец цитаты. Ну, помню. Выполни свою часть уговора, и я сниму с тебя знак. А ты никогда больше не вмешаешься в мой разговор с собеседником. Что за черт? Почему у меня муха в супе? Я тебя ждал, но не заметил, как ты вошел. И откуда ты взялся? Я ведьмак, а это делает меня нечеловечески быстрым.
Это ты мне бросил муху в суп? Нет, послушай внимательно. Скажи своему атаману, чтобы он пришел в святилище Лильвани. Это на юг отсюда, вход в пещерах. Что там творится? Святилище Лильвани, ты понял? Понял. Погоди! Была тут медичка, твоя знакомая. Просила, чтобы ты к ней заглянул. Спасибо.